я понимал одно, что слова ваши, да, конечно, я пришел в офис, и не запоминал, что говорит Казахстан, и, конечно, и однажды она сказала, как мы сидели, не помню, или не шли куда-то, я могу говорить, когда все было сочетание. Так вот, со школой, с переживанием. И я говорю, да знаешь, мама, сейчас я все заслужу и брошу. И тогда закончился мой службы, гранд между полями. Через время она созванивается со мной, потому что я сижу в связи и был постоянно в доступе, скажем так, вот, в определенное оговоренное заранее часы она мне звонила, по выходным обычно. Вот очередной раз она мне звонит, ну и спрашивает вдруг, а как ты брошу? А я не знаю, почему. Вот он, сигарета в руках. Ну, дальше она сменила тему, мы поговорили, закончили, проходит неделя. А мне опять, ну как ты там? Весом сигарета в руках. И какой-то период вот такой был, когда нам несколько раз она мне задавала этот вопрос, я нагло брал, но однажды все-таки вот замучила меня, скажем так, и я подумал, слушай, там тебе сказал. И осталось до конца фирмы буквально полтора месяца. И если видишь, что ты все это время брал матери в одной, то как так судились? А если бросать резко, вот тогда, когда уже закончится, то это очень тяжело, как на слышу, от бывалых людей. Поэтому нужно сложить. Вот я начал бросать. В условиях армии это вообще проблема, когда толком нормальной еды не было. И вот все равно было ощущение, что вот что-то помогает. Что-то помогает. Ты тебе хоть помогал непременно. Я для себя даже так объясняю. Это, наверное, мой вирус. Очень добрый. На тот момент мне казалось, что это вот какая-то невидимая добрая вещь. Которая мне нам говорит о добрых целях. Конечно. Я тогда еще не мог предположить, что вот так. Да, сегодня ты совершаешь служение как пастор церкви, и мы знаем, что у тебя есть очень много опыта. А если ты таким образом взял себя в жизни других людей, чтобы обратить их, мог бы ты поделиться каким-то опытом, ярким опытом, который бы всегда стал о том, как Господь приводил бы. Был один очень яркий опыт, который, когда впервые я задумался о том, что Бог меня использует в своих планах. Было это где-то когда я уже пришел в армию, и я начался работать. Раньше это называлось у нас районной области. То есть тогда еще в почте не было разделено с телеграфом. И там на третьем месте радио начало. Это такой человек, который тянет провода, вот столба до розетки, потом проводной уже теперь, я не знаю, телескоп. Ну, мы всегда называли радио «Слышь», а радио «Слышь» там тоже была такая радио. Сегодня все уже «Слышь», 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 было основное радиовещание, и, в общем-то, во многих домах, у многих старушек, которые одиноки, это были несколько их телевозов, и поэтому работа мне очень нравилась. Мне выдали служебный транспорт, велосипед. Здорово, хорошая была работа. Вот однажды, на середине, когда я уже стал монтером, я в Африку пришел, позвонил в дверь, никакого монтера они не выдавали. Я тогда начал смотреть
написал свои бумаги и обнаружил, что я забыл. Ну, перепутал немножко. Не так много. Я не запомнил. И вы это хотели уйти, но она попросила меня просить себе. И говорит, ты зайди. Дело в том, что я сразу все пришел, я попросил, не говорю, и что я помню, и говорит, сейчас я только в одной, а я хочу, чтобы было. Дело было в пятницу, и я зашел, так вот у порога постоял, где мне нога, чтобы посмотреть, сколько провода мне есть в мобильности работы, есть, чтобы включить полностью работу. Ну и говорю ей, что я приду в понедельник. И она говорит, слушай, приходи завтра, в субботу. Мы с тобой посидим, выпьем чаю, пообщаемся. Ну, сказал на тот момент, я вырушил, хоть и первые шаги, но, в общем-то, он был в церкви, и знал, что в субботу надо быть на служении. И я так правильно сказал, вы знаете, по субботам я хожу в церкви. На что она сказала, ну, это же только для евреев суббота. На что я понял, что что-то этот человек знает. Каким-то образом она с религией знакома. Поэтому надо поступить за мной урочное время. Я пришел в воскресенье. И по воскресенье она проводила меня уже в зал. Я поставлю чайник, мы будем пить чай с тобой. Пока она хлопотала на кухне, я рассматривал обстановку вот того места, где она меня посадила, на диване. И в этом, кстати, на потому что в 90-е годы такая книга, напечатанная фотографским способом, была не каждого, а у нее она была. Естественно, у меня возник вопрос, когда она пришла, я говорю, откуда у вас эта книга? Она говорит, один знакомый мне привез из Ленинграда в мир. Выяснилось, что она читала эту книгу, она согласна в этой книге. И мне кажется, она рассказала мне очень много о своей книге, о том, что она прошла войну, о том, что у нее много наград, она показывала свою пачку, как они, почетные грамоты называли, подписанные министром легендарным, да, летчиком, который после войны стал председателем совета, особенного совета ветеранов, подписывал героев, прославленных. Мы приглашали в Москву на особое торжество. И она даже я с ними прощаюсь. Мир вам, милости Аллаха и Его благословения.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán. Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Bakesi. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم. Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros, y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa.
es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, queridos oyentes de la radio en español de la voz exterior de la República Islámica de Irán? Soy Julia Palomino y estoy con ustedes para presentarles la programación del día de hoy, 27 del mes Persadei de 1395 de la Estira Solar, 16 de enero de 2017, año de la economía de resistencia, acción e implementación. Iniciamos el programa con el boletín de noticias, el informe de nuestro corresponsal en América Latina, Luis Manuel Arce, y algunos espacios que esperamos sea de su interés. Volvemos luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán. El vicecanciller de Irán asegura que la renovación de las sanciones estadounidenses contra Teherán es una violación al acuerdo nuclear. Bahrein ejecuta a 3 activistas chiíes por su presunta implicación en un atentado que en 2014 causó la muerte de 3 policías. Sin la presencia de israelíes ni palestinos, comienza en Francia la conferencia sobre Oriente Próximo, una iniciativa para reactivar el proceso de paz entre israelíes y palestinos. Cordial saludo, les habla Liliana Muñoz con la información desde Teherán, capital de Irán. Comenzamos. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ofrece una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de la firma del acuerdo nuclear entre Irán y el grupo 5+1.